Пронесем через года. Мы пронесем через года. Богемский хрусталь, сахарные тердельники и сказочные замки. Чехия – это целый мир красоты и волшебства. Но кое-кому этого мира оказалось мало. Чтобы стать первым летчиком-космонавтом Чехословакии, нашему выпускнику предстояло освоить профессию в СССР. Добрый день, я Владимир Ремек, ныне гражданин Чехии. И когда я учился в Советском Союзе, я был гражданином Чехословакии, и Союз я всегда считал родиной космонавтики, и сегодня Россия для меня — это космос. Вся жизнь Владимира Ремека перевернулась в один день, 12 апреля 1961 года. Я был школьником, и нам включили в школе громкоговоритель. Директор тогдашний сообщил таким голосом взволнованным, что сейчас включаем, так сказать, радио, передача «Важное событие», и там передавали, что первый полет осуществился. Сегодня, глядя на кардиограмму Юрия Гагарина в Музее космонавтики, у него точно так же замирает сердце от нахлынувших воспоминаний. Интереснее была бы кардиограмма во время, когда сказали запуск, да, или есть контакт. Да. Я думаю, что как тогда, так и сегодня практически каждый это чувствует как сильный момент. Героический полет Гагарина настолько впечатлил чешского школьника, что он, как и каждый советский ребенок, тоже захотел стать космонавтом. И надо заметить, космос его запрос принял. Тогда выходили люди на улицы, чтобы смотреть, и этот спутник не подавал никакой картинки, особых данных тоже нет, и постоянно, так сказать, включали его, так сказать, только, так сказать, пи-пи-пи, да, сигнал, больше ничего. Но, тем не менее, это было очень интересно. Недолго витая в облаках, свою мечту Владимир сделал целью. Поскольку его отец был летчиком и часто брал сына на аэродром, маленький Вова начал выяснять, каких же берут в космонавты. 16-17 лет. То я попробовал поступить в летное училище. Оно мне удалось поступить туда, в летное училище. Я стал летчиком, пилотом. И когда появилась возможность поступить в Мойницкую академию, то я уже был летчиком. В то время умений управлять летной техникой было недостаточно. Если лететь в космос, то в первую очередь блестяще говорить по-русски, чтобы без труда объясняться с членами экипажа. Оказалось, что я не могу как следует договориться в магазине, не могу, да, конечно, не полностью воспринимаю, так сказать, этот язык из радиоприемника, слишком быстро все и то, поэтому эффективность, то есть я не был таким, как сегодня, например. Первым делом пусть и самолеты, ну а как же девушки? Ведь они тоже говорят по-русски. Этот курс молодой летчик, как шутит сам Владимир, прошел экстерном. Я откровенно был, так сказать, холостяк, поэтому, естественно, я, так сказать, попадал
в различные контакты, поэтому стал быстро учиться русский язык. Что, кстати, было очень хорошо для самой учебы, но я тоже это понимал так, что если вдруг появится возможность летать в космос, то я не представлял себе это по-другому, чем по советской программе. Как известно, трус не играет в хоккей. Именно благодаря дикторам хоккейных матчей пан Ремик освоил язык космонавтики. Очень быстро на меня, так сказать, наклеивались те слова на русском языке. С тех пор клюшка, проброс, там парирование, я уже, так сказать, вне игры и все прочее. То есть это очень быстро стало осваиваться. Был такой, уже его тоже не стало, комментировал Озеров, да, Николай. А дальше все решил случай. Чудесным образом совпало сразу несколько обстоятельств. Как только Владимир Ремик закончил летное училище, запустили программу «Интеркосмос», благодаря чему побывать на орбите в числе советского экипажа уже мог любой иностранец. Академию Бунинского я заканчивал в 1976 году. На 4 года она была, с 1972 по 1976. И как раз точно месяц в месяц, когда мы закончили, то в течение там примерно 3 недель, я не думаю, что это было связано с этим, но так получилось. Я закончил, получил диплом, и через меньше чем месяц Советский Союз предложил членским странам организации «Интеркосмос». В итоге Владимир сорвал звезду с неба. Ну или, по крайней мере, стал первым человеком в космосе, не являющимся гражданином Советского Союза или Соединенных Штатов. Комиссия выбрала именно его. Тогда то я считал, что это потому, что я такой умный и способный, конечно, прежде всего. А сегодня мне практически 70, то есть спустя 40 лет. И мне лично сопутствовала невероятная удача. Меньше вероятность, чем выиграть в каком-нибудь спортлото или лотереи. Теперь он лучше любого экскурсовода может рассказать, что, для чего и почему. Здесь тот комплекс, на котором мне удалось побывать, «Салют-6» с двумя пристыкованными кораблями. Конечно, это модель, поэтому условная, в некоторой степени, но хорошо показывает пропорции. Это была первая станция второго поколения. Что-то вроде малогабаритной двушки, уже с двумя стыковочными узлами, более просторной внутри и с тремя панелями солнечных батарей. В общем, все условия для жизни и научных исследований. Обычно спрашивают люди при встречах, беседах, что означает чемоданчик. Это гигиенические принадлежности? Нет. Это аккумулятор и вентилятор, который прокачивает вне корабля воздух скафандром. Полет чешского космонавта длился 7 суток и 22 часа. И это была не командировка, просто космос. Если считать по времени, то здесь, но самое интересное время мы проводили там, потому что, во-первых, сам запуск, потом маневры, которые направлены, ну, управление кораблем и движением корабля так, чтобы формировать орбиту, чтобы в определенное время была возможность состыковаться со станцией. Но самое сложное было дождаться, когда космический корабль доберется от Земли до этой самой станции. Там гостя из Чехии ждал знаменитый дуэт советских космонавтов Юрий Романенко и Георгий Гречко. Все элементы станции, все в полном порядке. А вот здесь стыковочный узел, через который после удачной стыковки все можно потом при проверке герметичности открывать и перейти в станцию. Но прежде чем это произошло, Владимиру пришлось лететь ровно сутки. Тогда они показались вечностью. Я утверждаю, что если взрослый человек говорит, что никогда в жизни не боялся или не испытывал чувство некоторого так страха или волнений, то он или сумасшедший, или не говорит правду. Самые волнительные 24 часа своей жизни он провел вот в этом самом кресле. Особенно такие моменты вызывают всегда волнение и воспоминания. Кресло, которое внутренняя часть отливается точно под
зад космонавта для лучшего переноса перегрузок. Спустя годы кресло космонавта ему предложили сменить на кресло начальника. Президент Чехии предложил ему попробовать себя в дипломатии. Я это понимал так, что этот президент хочет именно на Россию воспользоваться моментом, что здесь посла нет временно, что хочет, как новоизбранный, ну, как это сегодня модно говорить, подать некоторый сигнал о желании, скажем, развивать дальше или улучшит отношения. Так Владимир Ремик на 4 года занял пост посла Чехии в России. Его срок уже подходит к концу, и можно смело подытожить. Россия-Чехия есть контакт. Один основной показатель, что ситуация меняется коренным образом. За последний год с лишним увеличилось существенное количество заявлений, так сказать, на шенгенские визы россиян. Его коллеги признаются, показатели улучшились, потому что их босс, как никто другой, умеет проводить разбор полетов. Даже в армии может быть такой склад, что в армии там чаще применяется просто приказ, и все. Не думаю, что я, так сказать, разношу людей, по крайней мере, не регулярно. Так я дякую. Дякую. В этом кабинете вселенскому хаосу нет места. Все по инструкции. Если кофе, то, конечно, из настоящего чешского фарфора. Чешская компания, кстати, уже произведена в Чешской Республике, то есть это относительно новое. Если люстра, то из самого лучшего чешского стекла, лишь бы ни на кого не упало. Не дай бог, да. Хотя я не сижу непосредственно под ней. Было бы неловко, если бы в самый последний месяц упало. Несчастных случаев здесь пока не было. Напротив, люстры регулярно моют и целую неделю начищают перед приемами. Но мы на всякий случай все же пересели. Поближе к камину. Я надеюсь, что разгорится. Московское здание посольства Чехии для Владимира уже как дом родной. И потому немного грустно покидать его стены. Я отсюда ухожу на пенсию, что одновременно, так сказать, неплохо, в принципе. Будет, надеюсь, больше свободного времени. Но с другой стороны, это означает, что это, так сказать, определенный возраст, который и так ограничивает человека. А напоследок он добавит, даже покорив космос, на Земле все равно оставались места, которые еще не успел посетить. И как раз будучи послом Чехии, Владимир восполнил пробелы и объездил всю Россию. Я очень рад, вспоминаю, и, естественно, был во многих местах, которые я до этого никогда не попал, как посол, и было интересно. Везде встречал хороший прием и очень хорошие отношения. С ними не то что в разведку. Он был готов хоть на край света. Но последние годы коллег по космическому цеху Владимир все чаще видит уже только на доске почета. Многие стали уходить из жизни. Алексей Губарев с Георгием Гречко в свое время на «Салюте 4». Но их дело не умирает. А в семье напарника Владимира, Юрия Романенко, и вовсе исключительное явление. Настоящая династия космонавтов. Еще впервые разрешили семьям космонавтов приехать в Байконур. И тогда прилетела жена, кроме прочих, жена Юрия Романенко, с маленьким Романом, сыном, да, из которого сейчас депутат Государственной Думы, тоже космонавт. Это одна из немногих династий космонавтов. Сам Владимир Ремик по-прежнему считает себя космонавтом, а не дипломатом. Все-таки первым делом самолеты и ракеты. Бывших космонавтов не бывает, поэтому это трудно, так сказать, сравнивать. Но те, кто меня знают, они знают, что
Я говорю, что я не карьерный дипломат, я в дипломатии на гастролях. Да? Поэтому так оно и осталось, я не чувствую себя дипломатом. А вот чувствует ли себя наш выпускник русским космонавтом? Сейчас проверим. Чешское пиво или русский квас? Да, чешское пиво. Пан Ремик или товарищ Ремик? Когда как? Среди своих товарищей. Гурвинок или Винни-Пух? Но гурвинок это традиционное. Дипломатия или космос? Космос. Кнедлики или вареники? Лучше всего просто хлеб. Ян Жишко или Кутузов? Но Ян Жишко мне ближе по понятию. Да. Карлов мост или Красная площадь? Красной площади за последних 20 лет я чаще ходил, чем по Карлову мосту. Чешский фарфор или граненый стакан? Для торговли фарфор, а для вечеринки граненый стакан. Чехия или Россия? Я бы был очень доволен, если бы и впредь оба вместе, да, или обе страны вместе. Итого 5-5. Ну что ж, как сказал бы его любимый учитель русского языка Николай Озеров, ничьей сегодня быть не может. Но тем не менее, хоть Владимир Ремик в первую очередь космонавт, но в дипломатичности ему действительно нет равных. И кто знает, кого за это благодарить? Чехию, Россию или всю Вселенную?